Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 октября. Память святой мученицы Домники. Святая Домника подвязалась при императоре Диоклетиане, приведенная за исповедание Христа на суд к Ливию и Гимону Аназарва Киликийского. Она сначала была бита воловьими жилами, ноги же ее были обожжены раскаленным железом. Затем ее столь жестоко терзали палками, что перебили ее суставы. Брошена, наконец, в темницу, она там, вознося благодарение за мученические раны, предала дух свой Господу в 286 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.